Удержать мат, конечно, это сложная задача. 8900. Да, между полбалла, тем. Полбалла. Получил бы очень неплохую оценку. А почему не было бы выше оценки? Заметили в рапиде, когда медленно снималось разведение, сильное разведение коленей в группировке. Это такая разбросанная группировка. Это является ошибкой. Ну, Бондаренко теперь давайте посмотрим. В отличие от серьезных международных соревнований, где используются, как вы понимаете, табло электронные, да, и можно увидеть номер прыжка, чтобы понять, каким он будет, здесь такого не успевать. Размета они, наверное... нету, поскольку все эти табло ручные. Так что вот никто не знает, что он прыгнет, кроме судей. Да ой! Боже, сохрани. Да, что ж ты так делаешь, Леша? Что же он такое? И здесь не удержался. А была у него сейчас возможность. Вот здесь он мог вырваться как раз. А теперь я даже не знаю. Ну да, то же самое, что и у Крюкова, только еще и из пируэта. А, да, у него с поворотом было. А прыжок немножко подороже будет. Я думаю, ну оценка где-то будет так. В девятке-то, наверное. О, все. 9,3. Потому что база была побольше самого прыжка. Ну, я думаю, это ему прям по-божески поставили. Ну, а вы полагаете, вот без такого приземления этот прыжок не стоит 9,8? Если мы прибавим к вот тому результату, что вы сейчас...